Производство лицевого силикатного кирпича от А до Я на Саратовском заводе строительных материалов. Недавно у предприятия открылось второе дыхание. После долгого простоя новый собственник вдохнул жизнь в современное оборудование. Теперь здесь могут производить свыше 100 миллионов штук кирпича в год, что делает завод одним из самых крупных в регионе. Одна из особенностей – это широкий диапазон цветов, что позволяет реализовать как классические, так и нестандартные дизайнерские решения, что особо актуально в современном мире. Мы выпускаем кирпич одинарный, мы выпускаем кирпич 11-пустотный, 3-пустотный, двойной камень. Всевозможные на этом же наборе, всевозможные цветовые гаммы для того, чтобы, самое главное, дать это все сочетание вкладки для того, чтобы появился эстетический вид. Прочности наших марок от 200 и выше. Мы вышли на спокойные тона, которые, ну, в моем понимании, являются, имеют еще определенный стиль. И то, что мы выдаем на, ну, продукт, конечно, мы можем сделать и зеленый, и голубой, любых цветов. Но в нашем понимании город достоин, ну, цветовых решений, которые не являются ультрамодными, да, а которые имеют какую-то историческую ценность. Да? То есть наш город не пострадал от войны, у нас огромное культурное наследие, у нас красивейшие здания. И возникает вопрос в том, что в моем понимании мы должны продолжать это направление и, по крайней мере, хотя бы центр, да, данного, ну, нашего города вписать вот спокойные цветовые тона, которые не являются раздражающим либо ультрамодным сегодняшним сочетанием цветов, а имеет какие-то вечные ценности. Свою историю завод берет с 1976 года. За время существования он столкнулся с немалыми трудностями и теперь вновь обретает нужную высоту, качество продукции. Также предприятие – это прежде всего коллектив. Сейчас здесь задействовано 170 человек. Долговечность цвета – один из главных плюсов продукции предприятия. Внешний вид таких кирпичей может сохраняться до 100 лет, в отличие от краски, которая сходит со стен построек в течение 15. От стадии песка до установки на палет кирпич проходит 12 различных лабораторных исследований. Перед вами один из образцов очередной партии под испытательным прессом. Кирпич выдержал 400 кг силы на квадратный сантиметр. ГОСТ находится от 75 и выше. 200 марка прочности позволяет строить здание до 14 этажей. Из нашего кирпича можно строить до 17 этажей. Марка 400 на сегодняшний момент это не является величиной востребованной на рынке. То есть такая прочность физически не нужна. Но тем не менее, это наше лицо, прочность это наше лицо, геометрия наше лицо. И то, что по факту у нас является продуктом 300-400, мы входим в ГОСТ 200+, и на этом мы как эксперименты останавливаем. В этот день гости завода – представители известных строительных компаний, президент торгово-промышленной палаты Алексей Антонов, министры промышленности региона Андрей Архипов и строительства Павел Мигачев. По его словам, в настоящее время при установленных темпах строительства высока роль качественных строительных материалов. Что касается национальных проектов, на самом деле тоже очень важно, потому что вот если даже по технологии посмотреть все объекты, которые мы строили в прошлом году и сейчас строим, за счет теплотехнических решений, у нас они в основном это мокрый фасад, штукатурка, и они как бы получаются однообразны. Здесь, благодаря этим материалам, можно что-то интересное архитекторам посмотреть, сделать какие-то уже более интересные вещи. Есть даже мысль создать конкурс среди молодых архитекторов, чтобы они могли применить именно этот материал, в том числе на наших типовых решениях, там, детских садах, школах и так далее, как это будет выглядеть. Запущена здесь и линия по выпуску газосиликатной продукции. Она формируется в том числе и в современную евроупаковку. Общий объем материалов позволяет обеспечивать нашу и две соседние области. Наши основные потребители – это как частные застройщики, то есть наш кирпич выбирают и те, кто строит небольшие коттеджи, и те, кто просто возводит какие-то строения рядом со своим красивым домом. В том числе и крупные застройщики, то есть из нашего кирпича строят дома высотой 17-20 этажей. То есть у нас от частника до крупных застройщиков, это все наши клиенты.
Одна из первостепенных задач на предприятии – это расширение цветовой палитры всего ассортимента и введение линейки крупноразмерных изделий из силиката.